второй год авторы проекта агитируют за появление надземного метро в Оренбурге. Они уверяют, что новый вид общественного транспорта будет проходить по всему городу и пригороду. Причем средств из областного и муниципального бюджета не нужно. За все заплатят инвесторы. После сбора 5000 подписей будет подана заявка на проведение общегородского референдума за создание частного надземного метро в Оренбурге. По замыслу авторов проекта, суть заключается в следующем. Частное надземное метро следует построить во всех районах Оренбурга. Всего будет до 40 километров надземных линий и 25 станций частного метро. Но самое главное, проезд в нем будет бесплатным. Зарабатывать можно от сдачи в аренду торговых помещений на станциях. Инвестировать в новый вид транспорта будет частный бизнес. От государства требуется лишь разрешение на строительство и поддержка. Но пока эта инициатива не нашла широкого отклика. Как сообщается на сайте «Новое метро», за проект проголосовали всего 300 человек. Подобная картина наблюдалась и год назад, когда идея была озвучена впервые.